Так, сделаем видеообзорчик Bobcat'а. ТЦМ 343, 300 кг грузоподъемность. Высота у него порядка 2,2-2,3 метра загрузки. Понедельник, 9 ноября. Все, заводи. Трактор. Погрузчик в родной краске. На хорошей резине. Не подкрашивали, ничего с ним не делали. Дизель 2 цилиндра, водяное охлаждение. Сейчас особо чистить у нас нечего. Замерим ширину ковша данного бобкетика. 1,25 м ковш у него. Ковш весь как новенький, не гнилой, не ржавый. Наработка сколько у него? 1000 моточасов у него. Трактор. Ой, трактор, опять же, погрузчик. Весь с родными шильдиками, видимо, где-то хранился. Резина у него как новенькая. Есть также цепи на заднюю ось. Дизелек у него водяного охлаждения. Кубота, 2 цилиндра. Весь простейший. Не дымит, не сапунит. Вот в таком состоянии он пришел в Японию у нас.